да? Я снимаю. Ты начал уже снимать? Да. Давай вот так, там свет. Так нельзя снимать. Так. Мне подписчики так говорят. Надо напротив свет. А так? Да. Я не умею говорить. Всем привет, мы на канале Сергей и Ленка. Я подписчик А4. Там в этот момент должно быть серый экран, да? Все. Все тихо. Молчи, молчи. Все, тихо, вы что? Всем привет! Сегодня проведем небольшой турнир по залезанию по канату без ног между ребятами. Ребята сами будут выбирать, кто с кем полезет по жеребьевке. Степа? Число какое? Один. Первый. Виталик? Четыре. Четыре. Арсений? Денис? Два. С Арсением будешь лазить? Саша? Один. Со Степой? В смысле нет? Четыре. Четыре. С Виталиком? Леша? Пять. Пять. Сережа? Три. Федя? Три. Стас? Пять. Это не бумажка. Пять. Он чуть тебе лайбочку не оторвал. В смысле пять? Надо лоб. Ну все, встаем по парам. Так, Стаси, как кто пять? А Так, ребята, по парам приготовились. Канат лезем из положения сидя, сели, и канат лезем без ног. Проигравший вот сюда отходит. Встает, держит лодочку на животе. Все это время, пока у нас идет турнир. Так, пары приготовились. Пара номер один у нас. О, ты с кем? Один. Сам с собой? Ага. Хорошо. Пара номер один. Саша против Степы. На старт. Внимание. Марш. Саша выиграл. Все, Степа в лодочку. Так, следующая, вторая пара. Денис против Арсения. На старт. Внимание. Марш. Сеня должен. Давай. Тут Сеня. Давай. Сеня, ты должен посмотреть на него сверху. Как только долезть. Есть! Арсений выиграл. Денис спускается и в лодочку. Степа! Третий. Третий. Федя против Сергея. Приготовились. На старт. Внимание. Марш! Федор выиграл. Федор, наша. А ты опять поробовал? Сережа на лодочке. Ты что лежишь-то? Четвертая пара. Леша против Виталика. Приготовились на старт. Внимание. Марш. Вы не делали, вот вы пятая пара. Леша, я с тобой.
Ну что там завис-то? Иди лодочку держи. Пятая пара. Лёша против Стаса. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Давай, Лёша. Алё. Стопи, Лёша. Лёша, стопи. А Лёша с кем будет делать? Стас, бегом на лодочке. А Лёша с кем будет делать? Подлокотники? Проигравшие у нас тут. Здрасте. Здрасте. Победители с первой пары, с победителем из второй пары. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Сеня на лодочке. Приготовились. Победитель третьей пары с победителем четвертой пары. На старт. Внимание. Марш. Нет, из тех, кто до этого проиграл. Я готов. Есть. А как мы втроем будем? Нет. Так, а у нас... Пятая пара осталась одна. Кто выиграет? Что ему будет? И мы решили сильнейшего. Давайте, Сережа, если ты выиграешь Лешу, то ты проходишь полуфинал. Не, Серега выиграет. Лешу. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Давай, Леша, быстрее. Красава. То есть он, получается, если я выиграю аванс... Все-таки ты на лодочках не зря был. Ну, пошло. Осталась тройка лидеров. И сейчас каждый, с каждым будет лазить. Сначала вы. Первые давайте, Саша, Виталик. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Быстрее. Личный настрой. Виталик с Лешей. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Топи, Леша. Ну что ты опять тормозишь? На старте тормозит. Давай, давай, ты обгоняешь его. Давай, 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 Леша. Лезь, Леша. Виталя, Виталя. Так, Виталя выиграл двоих. За второе, третье место Алексей с Александром. Опять Леша лезет, он уже сколько надо полез. Леха. Я отдам второе место, Леша. Лех. Да стой! Где? Ты хотел стой здесь сказать? Леха! Лех! 2 минуты еще. Смотри, чтоб сверху на вас не прыгнули. Ярослав, у вас тренировка началась. Второе, третье место. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Давай, Сань, давай, 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 давай. Да, последние разы тяжеловато уже лезть. Давай, Саня, давай, давай, давай.
Ну что, устали? Нет. А я нет. Ну что, оказался быстрее всех и сильнее всех сегодня Виталик. Было за что бороться. Все помахали в камеру.